На ките. We came here on his back, and we caught your eye. The salty ocean wind made the seagulls cry. The rocking of his house had me holding on, but I knew that I was safe from there. Великолепно, конечно, композиция звучит, и меня порадовало, что Иделис еще прислала поэтический перевод на эту песню, и он здесь очень хорошо подходит, потому что автор проникся композицией и смог сгладить прямой перевод, дословный, потому что композиция, основной элемент является то, что независимо от того, что происходит вокруг наших героев, они счастливы. Они счастливы, потому что они на ките. Они как бы рядом с тем, что их как раз и несет по бескрайним просторам возможностей. Хочется, конечно, посмотреть значение кита символическое. Ну, конечно, еще попробуй. Найди сразу. Возможно, это позволило бы еще больше нам
углубиться в эту композицию. Ну, информации сразу не приходит, здесь очень много всего, поэтому буду исходить из того, что с чем у меня какие-то ассоциируются. А какие-то у меня ассоциируются именно с огромной мощью, наполненной бесконечным добродушием. Потому что они просто процеживают океан. Благодаря этому им хватает того, что проходит через воду, через них, вот, для того, чтобы дальше жить и существовать, не стремясь никому принести и причинить вреда. И в этой композиции вот они на ките. То есть он их несет, это миролюбие, это бесконечная мощь, которая способна их и защитить. И для нашего сочетания тоже имеет значение здесь. У нас получилась история, что медленно, но верно восстанем в крови человек на ките. И там мы видим, что человек взаимодействует, наш герой, с тенью своей. Она загоняет его на самое дно, где он начинает задумываться, что он есть на самом деле и что вообще на самом деле происходит вокруг него. Тогда он начинает ощущать безграничный потенциал, который в нем заложен, который сдерживается его страхом перед самим собой. А эта композиция, она как раз позволяет нашему герою раскрыться, ибо кит говорит следующее в этой композиции. «И после солнечного дня наступила бурная ночь, и нам кит сказал тогда: вышу голову, страх прочь. А если страх прочь, то наш герой перестает опасаться своих возможностей и начинает восставать, то есть вставать, проявлять свою истинную суть. И благодаря этому мы и слышим, и мы вдали, вдали от дома, но мы счастливы. И мы одни в этом море, но мы счастливы». Это и с нами перекликаются, потому что на просторах интернета всего много, но вот мы с вами одни, мы выбрали такой путь, которым очень мало есть зрителей, все в каких-то более притягательных акваториях, ну или, скажем так, они их притягивают благодаря тому, что более ярко себя позиционируют, а мы выбрали вот свой путь. И пусть мы даже на этом пути одни, при этом мы счастливы, потому что мы идем своей дорогой по зову сердца.